Владимир Васильевич, ну очередной микроцикл подготовки венчал контрольный матч с Химками. Поделитесь своим впечатлением в этой игре. Ну, прежде всего хотел бы сказать, что игра проходила в сложных условиях, хотя первый тайм еще позволял играть. И, кстати, по содержанию он, в общем-то, был неплохим. Достаточно неплохо контролировал мяч, создавали моменты. Правда, пропустили после грубой ошибки мяч в свои ворота. Но, тем не менее, в общем-то, рисунок какой-то был уже. Второй тайм мы вроде как поле поменяли, но луж там было гораздо больше. И был сделан ряд замен, значит, посмотреть до конца тех людей, которых мы пригласили на просмотр. Ну, и здесь, конечно, чуть порушилось. Не то, что не понравилось, а условия на поле были такие, что надо все время было играть длинную, так как мяч низом не проходил подборы, и мы к этому как-то не очень готовы. Самоотдачи доволен и сделали определенные выводы, кого брать, кого не брать. Вот так в целом бы я характеризовал матч. Владимир Васильевич, осталось не так много до начала первенства. Какие дальнейшие планы подготовки? Ну, сейчас ребятам надо сделать передышку небольшую, потому что далее, значит, стартует чемпионат. Мы на пару дней отпускаем домой, повидаться с семьей, собрать вещи, да, и неделю уже будем здесь готовиться, ну, конкретно к игре с Подольском. Никаких контрольных игр не будет больше? Видимо, все будет тренировочный матч, возможно, с Сатурном, значит, вот, что на КФК. Это чисто тактический матч, где уже приближенные к основному составу игроки будут играть, ну и всем дадим поиграть. То есть будет, да, такой не сильным соперником. Спасибо большое. Не за что.